Здравствуйте, подписчики моего канала. Хотел вот показать вам для поросятки. Тут они именно лысые, как знаете, как лысые и жопатые, как говорят. Вот им буквально 10-11 дней, вот он. И вы посмотрите, иди кушай, мамочка, иди кушай, ты хороший мальчик. И вы посмотрите, насколько хорошо они выглядят, как хорошо, как они растут. Свинка, конечно, в плане... Это не я наступил, а ты, алло. Ох, она реагирует. Вот, давайте. Получается, свинка... Зайди на место. Свинка такая вот у нас. Лысоподобная. Травы ей сейчас принесем. Вот этого. Видите, вот это вот 11 дней, елки-палки. А в нем уже, я даже не знаю, килограмм, наверное, 5, 4,5. Они, ну, просто огромные. Один недостаток очень большой, то, что они просто-напросто, ну, малоплодная свиноматка. И как бы 6 поросяток, даже я его буду продавать там на 100, на 200 гривен дороже, ну, все равно мне невыгодно. Но при том, вы посмотрите, какой он этот сам. Я хочу оставить себе, от нее оставлю на расплод, как бы. И прикол будет в чем? С каждым разом у них будет от породы меньше оставаться, но в то же время они будут более, ну, смотрите, более как бы для меня пригодны. Мне нужно максимальное количество, минимально шерсти и как можно больше жопа, чтобы было. Вот, вот такой вот. Сейчас я его вынесу. Поймаю, вынесу на свет Божий. Вот видите, 11 дней, да? Видно, да? При этом посмотрите, какой у него конституция. В общем, вот такие вот, вот такие пироги вырастают. Вот такие поросятки. Ну, порода мясная именно уже беконного типа направления порода, поэтому я же говорю, поросяток оставлю, и после скрещивания, я думаю, они немножко малоплодие свое, как-то у них ихнее малоплодие уменьшится, будут более-менее там приносить по 10 хотя бы. Потому что, ну, 6 маловато, 8-10, это было бы уже намного приятнее. Ну, а так, такие пироги растут очень быстро, очень хорошо. Поэтому беконные поросята, в чем-то, конечно, ихняя скороспелость, ихняя, ну, быстрота роста очень-очень приятно радует. Подписывайтесь на канал. Сейчас давайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго!